Привет, друзья! Решил сегодня походить маленько на зайца. Шансов, правда, мало. До места дислокации, до места пришлось объездить, наверное, километров 10. Все дороги забиты. Пробить не могу, хоть даже свои все ведущие, все колеса крутятся. Заносы бывают метрами в высоту. Неохота ломать все. Пластик все-таки. Сейчас попробуем. Следов, правда, не видно. Все-таки снег плотно лег. Ну, попробуем. Температура около 20 минус. Сейчас пока больно ветра нету. Надеюсь, камера выдержит. Попробуем сделать пару кружочков. Сейчас пойду в те кустики. Если удачно будет, то хорошо. Нет, так. Развернусь опять сюда. Маленький кружок такой сделаю. Надежды, как говорится, мало. Зайцы мне сейчас тоже больно бегать не хотят. Ну, посмотрим. Так, в том месте ничего не было. Сейчас я попробую пройти этот маленький кусочек. Шансов тоже мало. Ну, тут редко бывало, чтобы я одного-двух штук не брал в год. Обычно выскакивает или там, или там. Редко с другой стороны. Ну, как я уже сказал, следов нету абсолютно. Можете посмотреть по моей лыжне. Сзади ее даже не видно. Снег очень-очень жесткий. Скрипит. Но без лыжи, опять же, никак. Попробовал сейчас. Провалился сразу. Ладно, пойдем посмотрим. Скрип и скрежет капитальный. Я не удивлюсь, если зайцы сейчас вместо того, чтобы выскочить, уйдут наоборот дальше туда в лес. Ну, зато прогулялся. Ведь самое лучшее в охоте — это не обязательно добыча, а зимняя прогулка. Кстати, в первый раз за долгое время не взял 17-й калибр. Лиса, она уже выскочила. Она даже не торопилась больно. Ладно, пойдем насколько возможно тихо.
Вот первый заячий след, кусочек свежий. Он идет в другую сторону. Не факт, что он там развернулся. Пойдем посмотрим. Свежий лисий след, значит, мне тут ловить тоже опять нечего. На ту сторону заходить леса не стоит. Они обычно там не садятся. Вон вижу еще маленько наш карабан, тоже свежий заячий. Похоже, он пошел в ту сторону. Да они сейчас могут так крепко сесть, на них можно наступить. И они навряд ли выскочат. Несмотря на шум, они сейчас роют себе эти пещеры под снегом. Глубиной бывает 3-4 метра. Тут следы кончаются. Пошли не в ту сторону. Ладно. Тоже пойдем посмотрим еще. Сделаем еще кружочек и к машине. Здесь уже ветер начинается. Ладно, пока отключусь. Так, утренняя охота ничего не дала на зайца. Во-первых, ни следов, ничего. Снег жесткий. Скрипит, это одно дело. Другое дело — лисицы. Вот этого, которая у меня пару дней назад попалась. Сейчас хочу просто показать, сколько у нас тут дома снега. Вчера с сыном весь день рылись тут. Машина сына еще маленько так слегка под снегом. А вот тут уже я почистил. Сугробы, видите. Дай бог, тоже одни туннели. Сейчас идет опять капитальная темень. Что-то ощущение такое, что все-таки ночью опять начнется. Я пойду посмотрю, попробую найти свои петли. Вчера проверять было бесполезно. И заодно в кустах очень много, как их называют, лесных зайцев. Ну, по-моему, это просто типа диких кроликов. Мясо у них тоже белое, но они маленькие, пушистые. Вот типа вот этого маленького котенка тут. Они сейчас, кстати, тоже за мной попрут, как пить дать. Ну ладно, пойдем посмотрим. Кролики, они обычно садятся, они больно даже не волнуются, если человек подходит. Сегодня у меня крепление лыж сломалось. Сейчас мне что-то нахимичил. Пойдем потихоньку. Сейчас заодно покажу вам,
где у меня собака тут отдыхает. Будку уж давно занесло. Но она точно так же, как и койоты, делает лунки и чувствует себя прекрасно. Да, Рекс? Сегодня удлинил цепь, отпустил ее, бегать она не хотела. Слишком глубокий снег. Вот тут тоже весь домик все занесло. От снегохода со старой машины вообще ничего не осталось. Ну, метра полтора снега как пить есть. Ладно, будем проторивать дорожки. Даже лыжи не выдерживают, я сегодня уже говорил. И ветер опять начинается. Ладно, сейчас пока отключу. Там, если вдруг маленькие заячьи следы будут, кроличьи. Белок я сегодня встретил немерено много. Но они у нас стоят всего $1 за шкурку. Этим даже никто не пачкается. Ветер не дает дышать. Сейчас минус 12, но чем выше температура, чем сильнее ветер. Это нормально здесь. Сейчас посмотрю свою приваду здесь. Петлю я не ставил заново после прошлой весы. Потому что такие метели она все равно потеряется. Посмотрим, хоть следы есть какие-нибудь или нет. Собака пару раз ночью лаяла. Была недовольна. Ну, опа. Все видели, что у меня там лиса висит. И часто бывает, что к подвешенной лисе подходит ее, так сказать, напарник или напарница. Нет, тут ничего свежего нету. Ладно, тогда пока отключу. Мне сейчас продираться через кусты надо. Если что-то заметим. Ну вот, друзья, они за мной идут. Тоже охотники. Так, тут нашел одну петлю свою. Вон котенок катается на моих лыжах. Следов очень много маленьких зайчат. Маленько ее приподниму хотя бы, чтобы не потерять потом. Сейчас опять же опасность, что она откроется. Так, ты уйди отсюда, уйди. Уйди, уйди. Он сам лезет в петлю. Уйди, говорю. Все, иди сюда. Видите, без лыж утопаю очень сильно. Так, котенок у меня зацепился за карман. Все, ладно, давай иди туда. Лучше на лыжах встань. Тут след белохвостого оленя еще. Все, пойдем, пойдем, пойдем дальше. А тут вот эти маленькие. Идем, 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 идем. Идем, идем, идем. Пойдем. Котенок в папу, он со мной тоже на охоту ходил все время. Все, давай поехали. Пойдем. Тут видите,
Зайцы уже сделали большую яму. Кормиться им тоже охота. Сейчас обойдем этот кустик. Пойдем, пойдем. Кролики, они такие хитрые, если они засядут в любом маленьком кустике, их ты потом и даже не увидишь. Это только счастливый случай, если он возьмет и выскочит. Но обычно у меня выскакивают они именно здесь, в этом углу. Пойдем, пойдем. Здесь подветренная сторона, снег маленько жестче. Но именно при такой погоде очень тяжело их увидеть. А нет, сегодня день по всем параметрам точно потерянный. Как похожие следующие дни. Все, идем домой, идем. Идем. Лучше бы ты след взяла. Попробую взять край кустов. Если не утону здесь. Тут много свежих следов. Но эти кролики, один может так растоптать, что ощущение, что там их 20 штук. Так, ты вперед, батьки, не беги. Одни барханы, на лыжах очень опасно идти. Ломаются, как всем известно. Так, сейчас мы забурились в самые кусты. Идем. Вот видите, свежие разные следы. Так, сейчас надо отсюда выбраться как-нибудь. Тут снег мягкий, проваливается. Зато мы прогулялись хорошо, вспотели с котенком вместе. Ah.
Здесь как пить дать. Метра полтора снега, даже есть не больше. А куда уж нам 70 килограмм говна таскать. Опа! Все, идем. Камыши — это всегда самое опасное. Снизу еще воздух, снег ложится. И выходит такое мучение. Носом не клюнуть. Вот, видите, насколько проваливается снег. Все, ладно, давай пойдем по краю еще маленько, да? И домой. Хватит уже охотников изображать. Так, тут у них тоже следочки. Вон он в кусты прыгнул. Даже маленько провалился. Тут они даже не проваливаются. Температура поднялась. Сейчас уже минус 10, как я уже говорил. Но ветерок. Идем. Нет, все утоптано, но чё, нашел что-нибудь? Хоть гавкни или что-нибудь, а? Чё, есть что-нибудь? Да ты не наверх смотри, на следы смотри давай, друг мой. Ладно, все, идем. Пошли, идем на мой. Да нету там, если только птичка. Идем. Кс-кс-кс. Идем. Кс-кс-кс. Ну, идем. Идем. Пойдем. О, ну вот. Звали одного, еще другой пришел. Пойдем, пойдем. Так что такой у меня. Кстати, редко бывает, чтобы на зайца ходил, ничего не было. Но такой зимой тоже нередко. Вернее, даже очень редко она бывает. Все. Папа выдохнулся. Детям пора домой. Вперед. Пошли. Все, давай. Давайте, ребята, счастливой вам охоты. Надеюсь, у вас погода лучше, чем у нас. Давайте, до новых встреч. До свидания.